носите на меня шоколад. Ольга Сорока в этом сегодня мне будет делать. Оля, ну давай приступать. И, в принципе, расскажи полезные свойства. Вот какие здесь, что, есть какие-то витамины, может, кожа впитывает? Или что вот именно при шоколадном обертывании? При шоколадном обертывании, то есть кожа насыщается, питается, становится упругая. Хорошо эту программу использовать еще перед скрабированием, когда кожу очистили, то есть ороговевший слой, и нанесли шоколад. Прям вообще супер. И также, как я уже и говорила, антистресс. Антистресс для организма. Давайте арома, запах. Да. Давайте приступать. Время у нас немного. Расскажите, еще в процессе будем еще разговаривать. Мужчины ходят на это или женщины? Конечно. Ходят. У нас очень часто используют, например, вот бывают девушки, используют, ну, приходят на программу, например, программа идет девичник. Девичник там перед свадьбой. Бывают молодые люди приходят, то есть и парни, и девушки. То приходят есть... просто порелаксировать, расслабиться, снять вот это вот наше нервное напряжение, так как мы живем в мегаполисе. Вот. Это очень приятная процедура, особенно еще если с каким-нибудь совместить с массажем, например. Программы, да, с массажем. То есть это вообще прям супер. А, я, знаете, аромат вообще непередаваемый. Вот если бы можно было бы есть, знаете, было бы здорово. Так раз, ложку в рот, ложку на ногу. Да. Дома вот а можно так же делать, растопить, например, шоколад и намазаться? Или это все-таки другое уже? Ну, почему бы и нет? Да, некоторые используют дома, но лучше, когда приходите там, наносит мастер, особенно с фитобочкой. Это намного лучше. Эффект будет эффект больше, да? Лучше, да, и... больше эффекта будет. А, еще хотела спросить. Вот сегодня Всемирный день шоколада. А, в принципе, у вас есть какой-то вот больший спрос? Или люди не знают про этот праздник? Скорее и вот как всего, ходят, так и ходят. Люди не знают про этот праздник, но записываются и приходят. То есть, Вот есть же много это не такой, распространенный праздник, к сожалению. Вот люди все равно, много же разных программ, медовое обертывание, там, я не знаю, еще какое-то, шоколад, насколько вот он спросом пользуется, именно шоколадное обертывание? Ну, шоколадное обертывание пользуется спросом и хорошим причем, потому что... Потому что шоколад потому любят что все? Потому что любят шоколад, конечно. Это само собой, и воздействие намного лучше идет шоколада, нежели там какого-то меда, да. А сколько необходимо вот лежать вот в этом во всем? В шоколадном обертывании мы лежим минут 30, расслабляемся, отдыхаем, забываем все свои проблемы. Ну вот прямо сейчас Ольга продолжит на меня наносить шоколад. Буду лежать, расслабляться, отдыхать. Вот этот аромат дыхать, и кожа моя будет упругой и здоровой. Дорогие друзья, ешьте шоколад, наносите на себя шоколад. Будьте красивы, будьте счастливыми. Я благодарю Ольгу Сороку, массажиста, что помогла мне, что рассказала. Благодарим массажный салон «Ложка меда». Приходите. Но пока, Саша и Марина, слово передаю вам.